Каждый год по доброй традиции на майские праздники поздравляют передовиков производства, самых достойных тружеников, тех, кто любит свою работу. Фотографии этих людей помещены на доску почета Славянского района. Ирина Яровая уже 13 лет работает директором школы номер 25 станицы Анастасиевской. За годы своей работы проявила себя как грамотный специалист, любит свою работу и пользуется заслуженным уважением среди коллег. Ирина Ивановна умеет создать в педколлективе творческую атмосферу, а это способствует победам учителей на краевых и всероссийских уровнях. И вот сегодня она оказалась в числе жителей нашего района, чьи имена и портреты находятся на доске почета. Сегодня в моей жизни произошло еще одно замечательное событие. Я номинирована на районную доску почета. Это, конечно, очень приятно и очень почетно, потому что оценен твой труд. Труд большой, труд нелегкий, труд очень сложный. Накануне 1 мая доска почета была обновлена. В этом году она изменилась и сама. У доски почета новый технологичный дизайн. 20 новых имен, 20 человек, которые могут быть примером для подражания для каждого из нас. Это люди разных профессий и разных возрастов, но всех их объединяет ежедневный труд на благо и процветание нашего района. По уже сложившейся традиции, для настоящих профессионалов своего дела в районной администрации был проведен торжественный прием. Мне очень приятно, что вы прославляете свои коллективы, потому что действительно подали самых лучших тружеников. Это представители здравоохранения, представители образования, это представители других профессий, культуры, спорта. Поэтому, коллеги, еще раз с праздником. Это, я считаю, что действительно праздник. Накануне 1 мая. Всем успехов, удачи, радости и всего самого доброго. Торжественный прием прошел в дружеской и теплой атмосфере. Те, кто на протяжении многих лет добросовестно трудятся на благо Славянского района, поздравили друг друга с этим знаменательным событием. Я второй раз уже занесен на доску почета. Но в этот раз, конечно, это было все гораздо торжественнее, теплее, с душой. Поговорили о каждом, оценили достоинства всех людей. И мы поделились своими впечатлениями о городе, в котором мы живем, о людях, которые здесь работают. Прием прошел великолепно. Глава района вручил участникам приема памятные подарки, цветы и благодарственные письма за многолетний труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Славянского района. После торжественного приема передовики производства сфотографировались на фоне обновленной доски почета, которую до осени будут украшать их имена.